Спонсор программы «Капли Акуметил». Покраснели глаза? Ощущение песка? Аллергия? Акуметил. Здоровье и сияние ваших глаз. Здравствуйте, с вами Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Борец Вольник выиграл серебро Кубка мира. Максим Афонин дальше всех толкнул ядро на чемпионате страны. Самый быстрый велогонщик России живет в Самаре. Никита Щербунь выиграл всероссийские соревнования по велоспорту шоссе с первой попытки. В Ульяновске проходила многодневная гонка среди 18-летних юниоров. Щербунь выиграл второй этап – групповую гонку на 96 километров и четвертый этап – индивидуальную гонку на 20 километров. В остальных двух стартах самарец финишировал в десятке сильнейших. Такая убедительная победа на всероссийских соревнованиях позволила велогонщику стать мастером спорта. На чемпионате России по легкой атлетике в Чебоксарах Чувашия самарец Максим Афонин показал лучший результат в толкании ядра. Мастер спорта послал спортивный снаряд на 20 метров и 96 сантиметров. Афонин выполнил норматив для попадания в Олимпийскую сборную России. Радик Валиев завоевал серебряный кубок мира. В Лос-Анджелесе, США, на соревнованиях по вольной борьбе принимали участие 8 сильнейших сборных по итогам чемпионата мира 2015 года. Сборная Ирана выигрывает золото Кубка мира уже шестой раз подряд. Бронзовые медали у команды Грузии, которая в поединке за третье место взяла верх над хозяевами соревнований сборной США. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.